Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор топ-10 продуктов из первого каталога компании Oriflame. У нас такой классный каталог, он небольшой, всего 155, по-моему, страничек, да, 156, и в этом каталоге распродажа, есть классные скидки, и нужно просто внимательно изучить каталог. И я рекомендую расставить так закладочки на самые интересные странички. Понятно, что у каждого из нас будет свой выбор, потому что мы ориентируемся на собственный вкус, на вкус наших клиентов и близких. Поэтому я выбрала топовыми продуктами номер один, это новинка, гель и мыло, гель для душа и мыло, новая серия с грейпфруктом. У меня уже есть пробник, то есть я могу попробовать, уже вернее попробовала, и могу вам поделиться о своих впечатлениях. Во-первых, это крутой аромат. Крутой — это такой вот приятный натуральный аромат грейпфрута. Я люблю этот фрукт, я его просто обожаю, это фрукт красоты, поэтому когда я чувствую цитрусовые такие свеже-сладкие нотки, у меня поднимается настроение, у меня начинается слюноотделение, потому что это действительно очень вкусно. И самое главное, при покупке двух продуктов, то есть вы можете взять два кусочка мыла или два геля, или гель и мыло, идет дополнительная скидка. Посмотрите в каталоге, какие классные цены. Конечно, этот гель отлично пенится, классно купает, с ним приятно проводить время в душе, поэтому вы можете выбрать любой аромат. Здесь есть, кстати, с ароматом океана, да, какие океанские нотки, и миндальный цвет, то есть он уже такой сладенький и очень приятный. Три варианта. Следующая страничка. Я просто напоминаю всем про то, что каждый может поучаствовать в акции еще раз, и эта акция заключается в следующем: если в прошлом каталоге был заказ на 750 рублей, то и в каталоге номер один тоже нужно повторить заказ всего на 750 рублей. И тогда любой продукт, это может быть парфюмерная вода мужская или женская, Giordani, набор королевский бархат, в который входит три продукта, или астаксантин. Также можно выполнить один раз условие, только в текущем, в первом каталоге, сделать заказ на 1500 рублей по ценам каталога, мы не учитываем этот акционный продукт, и тогда включить в свой заказ один из продуктов. Если вы дважды выполнили акцию, значит два продукта, трижды три, и так далее. В общем-то, эти условия многим людям нравятся, и бывает такое, что пропустили в прошлом каталоге, я говорю, посмотрите, вы это можно сделать. Если у меня большие заказы, я могу выделить акцию один или два раза для своих клиентов, то я им тоже предлагаю выбрать какой-то продукт с большой скидкой, и это как подарок для клиентов. Следующий мой разворот — это помада. В каждом каталоге я обязательно выделяю одну из помад, и особенно люблю, когда по акции у нас идет помада Ultra Fix. У меня целых три оттенка, сейчас я вам их все сразу покажу. Чем мне нравится эта помада, то что она очень мягкая, легко скользит по губам, она сразу дает хороший цвет, хороший оттенок, и эта помада стойкая, то есть она держится 8 часов, представляете, то есть мы нанесли на чистые губы. Если губы сохнут, можете вниз бальзамчик напитать губы, промокнуть и сверху нанести помаду, и дайте ей впитаться, дайте ей улечься 10 минут, то есть не надо делать так или облизывать, этого делать не надо, дайте помаде встать 10 минут, потерпите, и потом она 8 часов будет классно держаться на губах. Цвета великолепные, можно выбрать на любой вкус, потому что от самых светлых до самых темных, сочных, ярких. И я вот выбрала себе три оттенка, которыми я постоянно пользуюсь, они у меня самые-самые ходовые. Кто попробовал уже эту помаду, также делитесь в комментариях, потому что многие именно делают заказы, опираясь на наши с вами отзывы. И если вам не понравилось, также пишите, что не понравилось и чем не понравилось. Зачастую, знаете, как бывает, люди пишут: ой, мне вообще не понравилось что-то, например, шампунь для волос, а оказывается, просто неправильно использование продукта идет, и соответственно не нравится. Например, если эту помаду нанести и сразу растереть или облизать, она уже не будет такой, как заявлено производителем. Следующий разворот — это тональная основа. Для меня тональная основа — это как вторая кожа. Я считаю, что нанеся тональную основу, я сразу выгляжу моложе, у меня более представительный вид, то есть я более холеная, ухоженная.
Я сама себе нравлюсь, потому что когда под глазками синяки, тут пятнышки, там какие-то покраснения, капиллярчики видно, где-то поры, мне некомфортно. Когда я беру тональную основу Giordani Gold, у меня сейчас стойкая минеральная в руках, она приходит в коробочке, у нее SPF 15, и она достаточно плотная. И мне нравится, как она перекрывает все неровности, все недостатки и оставляет на лице просто вот приятный финиш. Сверху я использую пудру, потому что это не матирующая тональная основа, пудра, румяна, хайлайтер и так далее. То есть делаю полный уход, то есть полный макияж, и это выглядит шикарно. Настолько мне нравится эта тональная основа. Ну, помните, что она минеральная, а минеральная косметика не всем подходит. То есть объясняете людям, да, что здесь это не просто тональная основа, она именно минеральная. Есть также тональная основа с эффектом сияния. Она чуть-чуть подороже, она гармонизирующая, и она выглядит на лице, вы знаете, вот как будто подсветка кожи. Я тоже ее пробовала, у меня есть один оттенок, но для меня он чуть-чуть темноватый сейчас, и я ей не пользуюсь. Но тональная основа роскошная, она действительно стоит этих денег, я считаю, даже она недорогая. Я недавно встречалась с клиенткой, и она попросила привезти тональную основу. Это было наше первое знакомство. Я взяла декоративную косметику и в том числе вот такую тональную основу «Слоновая кость». Она спрашивает, а сколько стоит? Я рассказала ее свойства, как она мне нравится, что вот она вот так вот выглядит. Я говорю, 600 рублей. 600? А что за 600 рублей может быть хорошая тональная основа? Если бы ты мне сказала 1009 хотя бы, я бы поняла. Я говорю, тогда вы просто попробуйте, а потом мне скажете, как она вам. Зачем переплачивать такие деньги, 9000, если можно шикарную тональную основу заказать с такой классной скидкой. И чем лучше наносить тональную основу? Я использую вот такой спонж. Этот спонж из прошлой коллекции, это новинка. Новинка будет у нас только в первом каталоге. Чем они отличаются, пока точно сказать не могу, еще не попробовала. Нужно записать видео и посмотреть, как будет в деле. Но даже вот чисто через пакетик я вижу, что она как будто более такая вот бархатная, как будто пушистенькая немножко. Попробую, потом расскажу. Ждите новых видео или на канале, или в Instagram. Подписывайтесь обязательно на мой аккаунт в Instagram, потому что там я и в сторис, и в постах рассказываю много о продукции. Даю короткую динамичную информацию по конкретному продукту и очень много о новинках. Поэтому подписывайтесь, будете в теме. Следующая страничка — это маски. Я сама любитель масок, я их просто обожаю. И здесь у нас будет три маски. Увлажняющая для всех типов кожи, серия Optimus. Очищающая, по-моему, как раз вот она у меня лежит запечатанная еще. Да, вот она новинка. Я еще ее не открыла, потому что у нас было много-много открытых масок. И вот сейчас начнем ей как раз пользоваться. И я прямо при вас ее вскрою и посмотрю, что же у этой маски внутри. Она приходит запечатанная под фольгой. Вау, у нее такой цвет, она прям серая-серая. Я люблю цветные маски, мне в принципе нравится все цветное. В последнее время я обожаю наши патчи с киви, потому что их просто вот накладываешь, но это настроение просто супер. В Instagram тоже все реагируют замечательно. Эта маска уже подойдет у нас больше для глубокого очищения кожи. Здесь написано, что она идет для всех типов кожи, но чтобы не навредить, что вам нужно делать? Если маска подсыхает, ее нужно увлажнять. То есть мы держим масочку 10 минут, примерно 10, обычно я держу 15. И она подходит, кстати, для всех типов кожи, но не для чувствительной. Имейте в виду, не нужно использовать, если у вас чувствительная кожа. И, конечно, маска тканевая. Я ее тоже пробовала, у меня есть отдельный обзор с видео, как я делаю эту маску. Посмотрите, мне кажется, там даже видео сразу заметен эффект, когда я эту маску наношу, какая у меня кожа по тону, и когда я ее снимаю, там видно, что она стала другая по цвету, она напитанная, увлажненная, и уходят такие вот, ну, если есть у вас сухость, визуально видно, что кожа как будто не слегка обезвоженная, то, что очень часто заметно зимой именно, когда на улице мороз, дома жара, вот кожа нереально страдает, поэтому больше ее питайте, давайте ей увлажнение, маски делайте, не экономьте на креме. Я сейчас еще чуть позже расскажу про маску, тоже ее отметила.
Следующая страничка — это крем для кожи вокруг глаз. Вы знаете, все-таки глаза — это не только зеркало души, но это и глаза — это то, на что в первую очередь люди обращают внимание. И когда глаза, да, рядом тут мешочки, припухлости, синячки, то даже не видишь, насколько красивый цвет глаз, какой разрез и так далее. То есть мы должны глаза подать как, например, бриллиант. Ну, сам по себе камень, он как бы незаметен, но когда камень красиво, да, встроен в колечко или в подвеску, то это начинает играть. То же самое и глаза. Вот чтобы они засияли, сделайте кожу вокруг глаз ухоженную, красивую, мягенькую. Я обожаю наши крема. Сейчас, кстати, пользуюсь, только закончила вот этот крем Экологен. У меня был точно такой же, я его показывала в обзоре пустых баночек. А сейчас я использую омолаживающий крем для контура глаз и губ. Я решила попробовать, но я им пользуюсь всего лишь недельку-полторы. Я пока не знаю, какой эффект, но я вижу, что у меня кожа мягкая, не появились, как бы не прорезались морщинки, не подсохло ничего. То есть этот крем, он такой хороший, он густой, жирненький. Этот более легкий, то есть он прям легко-легко распределяется. А вот крем в баночке уже для более возрастной кожи 50+, вот как раз на последний он стоит в этом ряду, он более густой. И я, конечно же, когда пройду весь курс, я обязательно поделюсь своими впечатлениями и результатами. Но уже сейчас мне очень нравится. Поэтому кожа вокруг глаз, не забывайте, что это должен быть отдельный специальный продукт, протестированный офтальмологами, чтобы он подходил под ваш возраст, под ваш тип кожи. И если, например, у вас нужно подтянуть, да, дать лифтинг, то вам нужно заказать крем-лифтинг для кожи вокруг глаз. Если у вас кожа молодая, то вы берете любой продукт для чувствительной кожи, против пигментации или крем-энергетик. То есть любой из этих трех вам подойдет, если у вас до 30, от 20 до 30. Следующая страничка тоже, я очень люблю Novage, наши все серии Novage просто великолепные. Я выбрала маску и капсулу. Капсул у меня сейчас нет, но есть знание, как они работают, потому что я брала себе неоднократно несколько курсов, делаю, потом перерыв, потом снова делаю. Эффект с первого раза. Первое, что я замечаю, это бархатистость. То есть я наношу это масло, оно моментально впитывается, потому что это витаминный коктейль для кожи. И вот как, когда, если не сейчас, им пользоваться, когда зима и у кожи стресс? Либо маску, я ее наношу на ночь, на ночной крем. То есть делаю обычный уход, но убираю сыворотку. Потому что когда мы наносим маску, сыворотку не нужно. То есть наносим только ночной крем, сверху маску толстеньким слоем, даем впитаться 30-40 минут, после этого ложимся спать. То есть на ночь не смывая. И это просто бомба. Эта маска, мы ее называем среди, у нас в коллективе, среди девочек, маска-любовник, потому что она ухаживает за кожей, она ее восстанавливает за ночь. А буквально вчера я прочитала отзыв одной из моих зрительниц. Она написала, что очень сильно была раздражена кожа на ноге, то есть она просто горела. Вы можете посмотреть вот по комментариям под каким-то из свеженьких роликов. Буквально вот прям вчера я прочитала свежий отзыв. И она просто попробовала эту маску, думает, какой будет эффект. Кожа раздражена, покраснение, чешется, зуд. И она говорит, я ее только нанесла, и через некоторое время увидела, что красноты нет. Даже не поверила, что такой эффект. А на утро уже даже не было никакого зуда и раздражения. Маска у меня это есть постоянно. То есть заканчиваю одну баночку, открываю следующую. Кстати, перед Новым годом у меня две подружки купили такие баночки, у меня были в наличии, и просто я сказала, девчонки, к Новому году берите себе подарок, потому что вы будете не досыпать, вам будет некогда ухаживать за собой, вы будете постоянно где-то в разъездах, гулянки, готовка, то есть такой стресс, и эта маска будет как палочка-выручалочка. Так оно и есть. Следующая страничка — это шампунь. Вот об этой серии я могу говорить бесконечно. Серия против выпадения волос. Вы знаете, у нас до этого была серия активатор роста волос. Да, я пользовалась, да, волосы быстрее заметно росли, но выпадение не останавливалось. А вот с этой серией это что-то невероятное. Просто волосы как приклеенные, они не выпадают, вообще не выпадают. То есть даже
я сплю всегда с распущенными волосами, они во сне вот так путаются, я встаю, у меня часть там валяются, волосы длинные, я расчесываюсь как положено, начиная с кончиков, аккуратно расчесываюсь, на расческе буквально вот несколько волосиков. Вы знаете, у нас есть в продаже такие грабельки для расчески, и вот раньше я ими регулярно пользовалась, то есть постоянно вычесывала из массажки, чтобы очистить ее. Сейчас я не пользуюсь очень долго. Как нужно пользоваться? Небольшое количество, вспенили хорошо в ладошках, промыли волосы, смыли два раза, потом нанесли кондиционер, подержали минуток 5-10, смыли, и вы сами увидите, как быстро у вас будет эффект, что остановится выпадение. Кстати, очень многие медики особенно берут этот набор сейчас после моей рекламы, потому что многие перенесли ковид, и как побочный неприятный эффект выпадение волос многие отмечают, и вот с этой серией реально заметили, что волосы так не сыпятся. Следующая страничка, но я не могла ее пропустить, это тоже новинка, пена для ванны. Нас, кстати, в последнее время стали часто баловать пенами, и это радует, потому что долгое время пены вообще не было, и многие просили: я хочу пену, почему у вас нет? Так вот, теперь целых 750 миллилитров счастья с мягким ароматом абрикоса, белого персика и мускуса. Пахнет действительно очень круто. Я еще ванну не принимала, я просто попробовала как гель для душа использовать, впечатление очень приятное, пенка густая, концентрированная и пахнет очень вкусно и тяжелая, надолго хватит. Кстати, 50% только в этом каталоге скидка на пену. И последний, десятый продукт, и как раз последняя страничка, это гели для интимной гигиены. Здесь они идут у нас по распродаже всего по 199 рублей, 300 миллилитров счастья. Это действительно продукт необходимый, ну, для меня точно. В нашей семье этот продукт уже стал номером один в ванной, и без него уже жизни нет. Я держу в руках успокаивающий, у нас будет по акции защитный и мягкий. Мягкий подходит для даже подростков. Я очень люблю зелененький, синенький, розовенький, беру их разные, все время чередую, чтобы не надоедали. Например, в ванной у меня сейчас стоит синий открытый, и вот зеленый я тоже сейчас открою, потому что есть две точки, где нужно, чтобы был гель для интимной гигиены. Чем он хорош? Он смягчает, он успокаивает, он просто комфортен. Это не сравнить ни с каким мылом, то есть если вы будете для интимных зон использовать обычное кусковое мыло, даже мягкое рефлеймовское мыло все равно не так приятно, как это, то есть особенно если есть сухость или дискомфорт какой-то, то гель мне здорово помогает, рекомендую. Вот такой топ-10, я жду от вас тоже отзыв, напишите, какие вы себе выбрали топовые продукты, может быть что-то у нас совпадает, что-то нет, это нормально, как я уже в начале сказала, у каждого свой вкус. И желаю вам всем приятных классных покупок в этом чудесном распродажном каталоге. Всего вам доброго, пока-пока.